утро. Выселковая мастерня продолжает осваивать твистинг. Твистинг – это наука скручивания воздушных шаров. Скручивать мы будем аленький цветочек. Для этого нам понадобится 3 шара для моделирования и 1 маленький. Для того, чтобы сделать цветочек, нам понадобится 2 шара, которые мы связываем в кольцо. Складываем, перехватываем ту часть, где мы их связали. Вот так. Перехватываем 2 шара не посередине. И скручиваем. Получилось 2 лепестка внизу и 2 лепестка вверху. У верхних больших лепестков находим середину, передавливаем и перекручиваем. Основа бутона готова. Внутрь вставляем круглый шар и привязываем. Бутон аленького цветочка готов. Для стебля с плодоножкой нам необходим 1 шар для моделирования. Хвостик мы не додуваем на 3-4 пальца. Начинаем скручивать от места завязки. Второй раз скручиваем также. Третью часть плодоножки делаем также. И четвертая часть плодоножки. Плодоножка готова. А я покажу, как сделать листочек. Отмеряем листок. Передавливаем. Перекручиваем. Стебель очень неровный. Нужно сделать еще один маленький пузырик. Теперь можно соединять с бутоном. Связываем плодоножку с цветком. Выравниваем цветок. С помощью аленького цветочка можно устроить сказку. А те, кто хочет узнать о других поделках детской студии Выселка, заходите на сайт www.vyselka.lg.ua.